сегодня в очень плохом настроении. У него сегодня день рождения, а у него плохое настроение. Сегодня 21 февраля. Данильке исполнилось сегодня 9 лет. Вот он такой большой и непослушный. Да? Я вчера уже начала подготавливаться. Хотела вчера полностью сделать торт Наполеон, но у меня уже не было сил. Я сделала только пышки. Ну, в принципе, я сделала самую сложную работу. Я сделала пышки. Вот, сейчас я приеду домой, сделаю крем, приготовлю крем и намажу пышечки. Я надеюсь, что к вечеру это все у меня пропитается. Ну, я думаю, 99%, что да, все хорошо пропитается. Вот. Еще в планах. А, да, еще вчера, помимо пышек, я сделала салат с майонезом, с макаронами, с тунцом, с соленым огурцом, что у меня там еще было, оливки, кукуруза. Вот, сделала, приготовила этот салат, так как он майонез, я его поставила в холодильник. Чуть-чуть ближе к вечеру, уже туда, к обеду, я сделаю табули, приготовлю все для салата табули, чтобы у меня было все готово. И сейчас я еще хочу сделать корзиночки из песочного теста. Ну вот, когда уже поеду домой, буду в процессе того, как я буду делать, вот, я покажу. Хотя я часто так говорю, что я буду показывать в процессе того, как я делаю, и ничего я не снимаю, а потом просто беру об этом, рассказываю, что я делала. Потому что очень тяжело что-то там готовить и потом отрываться, включать камеру на телефоне, снимать это все, потом опять мыть руки и начинать все делать сначала. Утром я купил тормозок. Какая красота, когда с вечера помоешь посуду. Просто ляпута. Вот мои пышечки. Здесь вот эти штучки, которые я буду сейчас делать. Из них посыпку сверху. Вот. 12 пышек у меня, по-моему, получилось. Да, сейчас я буду делать крем. Вначале, конечно же, я позавтракаю. Вот, а потом уже буду делать крем. Погода у нас хорошая. Надеюсь, что такая и будет. Ни холодно, ни жарко. Ни тучки, ни солнышко. Такая вот погода, короче. Я забыла, что мне с Алиэкспресса пришла вот такая вот осьминожка, как она называется, подставочка. Вот, и сейчас я буду готовить крем. У меня будет возможность поставить нормально телефон, снимать и также общаться с вами. Всем еще раз привет. Я тут кухварю. Поставила уже делать заварной крем Наполеон. Вон мои пышечки. Получилось, по-моему, 12 штучек. И здесь я уже тоже начинаю замешивать тесто. Песочное тесто для корзиночек. Наполеон готов. Уже даже практически наполовину пропитался. Пышки уже практически осели. И здесь вот у меня такие... Это не кексики, это типа должны быть были корзиночки. Это песочное тесто. Потом у нас внутри варенье и сверху... сливки взбитые, пудинг, и такой пудинг французский с кусочками шоколада. Вот, приходила сейчас невестка моя, скушала одну штучку, сказала, что очень вкусно. Но я думаю, наверное, тоже скушаю, попробую, что, знаете, прежде чем гостей угощать, надо хоть попробовать, что я тут наготовила. Это действительно очень вкусно. Извините, что чавкаю на камеру, но это действительно очень вкусно. Класс. Бара! Happy birthday to you, cha-cha-cha. Happy birthday to you, cha-cha-cha. Happy birthday.